На трассе в Шариповском районе лихач на джипе сбил отару овец. Водитель ленд-крузера переехал 20 животных, часть из них погибли. Как рассказывают очевидцы, удар был такой сильный, что машина проволокла тела несчастных животных несколько метров. Они буквально разлетелись с дороги во все стороны. Это стало причиной серьезного затора. В момент аварии на трассе было темно. Как рассказывает пастух, дело было так. Он переводил отару, как всегда, вереницей. Иномарку видел и был уверен, что автомобиль остановится. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Начали переводить, видите, этот говорит, возьми, выйди на дорогу. Ну я вышел, машина одна шла, махал, как холодно. Это один джип столько переехал? Один джип столько переехал? Конечно, как дал 100 садов. Ой.